И Цой жив. Цой на самом деле жив. Читали, наверное, что в Беларуси несколько дней назад двух диджеев посадили в тюрьму, дали по 15 суток за то, что они на акциях, на манифестации запустили песню «Перемен», да? Вот я считаю, что вот Витя был бы счастлив, если бы узнал, что 30 лет спустя его, за его песни менты сажают в тюрягу. Вот это круто! Вот это можно только позавидовать и лишний раз убедиться в том, что Цой жив! Ура!